На учебном поле 2-й инженерной бригады в поселке Сосны под Минском проводится сбор по разминированию. В сборе принимают участие командиры подвижных групп разминирования, соединения воинских частей вооруженных сил. На практике изучались вопросы организации разведки на наличие взрывоопасных предметов, а также сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов, в рамках которых были отработаны вопросы по перемещению взрывоопасного предмета и его уничтожению. Подвижными группами разминирования соединений воинских частей вооруженных сил в 2019 году было выполнено более 400 заявок военных комиссариатов на обезвреживание взрывоопасных предметов, в ходе которых было обнаружено и уничтожено свыше 11 000 взрывоопасных предметов.